Доходная часть бюджета исполнена на 96,5%, расходная на 90%. За год удалось полностью погасить недоимку в уплате налогов на сумму более 80 миллионов рублей, а создание в городе и районе единой администрации позволило сэкономить около 130 миллионов. Основными расходными статьями стали модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории, ремонт дорог, культура и спорт. Культурно-спортивные расходы увеличились почти на 50 миллионов рублей за счет передачи в ведение городского поселения 4 учреждений культуры и УСК Подмосковья. В целом, на конец 2015 года финансовое положение городского поселения можно оценить как устойчивое, о чем свидетельствует стабильное поступление налоговых и неналоговых доходов, отсутствие муниципального долга и просроченной кредиторской задолженности. Вопросов к докладчику не было, и в итоге отчет по исполнению бюджета был принят практически единогласно при двух воздержавшихся. Очень хотелось бы, чтобы в этом году было не хуже. И, конечно, не все зависит от нас, не все зависит от исполнительной власти, много зависит от доходной части, как она будет пополняться. Вот. Ну а расходную у нас специалисты хорошие, они умеют распоряжаться деньгами, поэтому я уверен, что все будет хорошо. Сергей Дадыко, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».